Это у нас ящерица такая вот интересная. Видите, какой у нее цвет? Вот она такая вот толстенькая, то есть худющая. Она серого цвета. Голова похожа на голова уфика. На ногах есть 5 пальцев, и на 5 пальцев есть коготь. Она 15-18 сантиметров вырастает, а 10-11 на хвост. Она ребенок. Такие вот у нас ящерицы водятся с черными глазками. Вот здесь есть ухи. Рептилии это. Все рептилии с чешуей. Здесь есть такие вот большие пластины. Она питается мелкими насекомыми, улитками и дождевыми червями. У нее язык как у змеи. Она вот так вот бегает не быстро. Она закрыла глаза. Значит, она загорает на солнышке. Вот под низом у ящерицы есть такие вот белые чешуйки. Она быстро бегает. У нее 4 ноги. Вот такая вот у нас порода интересная. Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!